Российские власти запретили вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Соответствующий документ уже получили в офисе телеканала в Москве. Корреспондентский пункт больше не работает. Также будет аннулирована аккредитация всех сотрудников компании. Кроме того, МИД России планирует возбудить процесс о признании Deutsche Welle иностранным агентом. Все эти меры приняты в ответ на запрет вещания телеканала Russia Today в Германии. Мы удивлены, и наши коллеги в Москве тоже потрясены этой очень резкой и чрезмерной реакцией российской стороны. Мы очень надеемся, что получится изменить ситуацию законным путем, но не знаем, добьемся ли успеха. Министерство иностранных дел Германии заявило, что меры Москвы безосновательные, создают напряженность в отношениях двух стран. Вещание телеканала РТ на немецком языке 2 февраля запретила комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии. Она объяснила это тем, что канал работал без лицензии и не подавал запроса на ее оформление. Теперь в МИД России хотят запретить въезд в страну немецким чиновникам, причастным к закрытию канала. Между тем, в Deutsche Welle планируют и дальше освещать события в России. У нас, конечно, не будет пробелов в эфире, поскольку мы выпускаем много сюжетов в нашей русскоязычной программе в Бонне и Берлине. Но на этом переходном этапе будет сложнее вести репортажи из России. Российское отделение Deutsche Welle было зарегистрировано в 2010 году. Страница на русском языке в интернете появилась 21 год назад.